быть или не быть психиатрическому стационару в Струнино? Обсудить этот вопрос в одну из главных новостных столиц региона приехал главный психиатр России. Зураб Кикилидзе прибыл по поручению Министерства здравоохранения России. Его цель не только встретиться с местной общественностью, но и помочь региональным властям разобраться в необходимости сохранения психиатрического стационара города. На встрече, к слову, также присутствовали и представители областной администрации. Мы это все должны осмотреть и решить, можно здесь открыть или нельзя. Не только с точки зрения, скажем, пожелания, вот что открыть отделение, не открыть отделение. Напомним, стационарное психиатрическое отделение в Струнино было закрыто на ремонт в июле прошлого года. Теперь специализированная помощь больным, которым необходимо стационарное лечение, оказывается в областной психиатрической больнице номер 1 города Владимира. Бывший исполняющий главврача больницы Олег Аристархов опасается, что если такое положение дел сохранится, то струнинской психиатрии будет вынесен плачевный диагноз. У нас очень много случилось несчастий. Мы говорим об продолжении жизни людей, сохранении жизни людей. Вот недавно замерзла девочка, психически нездоровая. Ее просто приехали, сделали ей галоперидол и оставили ее на месте. Тем самым она ушла из дома и замерзла. О пострадавших за этот год говорили и на встрече Зураба Кикилидзе с общественностью города и представителями вневедомственной комиссии по здравоохранению Струнино. Но среди участников встречи нашлись и те, кто высказал свое мнение по поводу обсуждения частных случаев с больными в Струнино. Вас пригласили для того, чтобы решить глобальную проблему с открытием психиатрического отделения в нашем городе. Как я понимаю, туда затрачены глобальные средства государственные. Президент сказал открыть. Зураб Кикилидзе ответил, что будет делать все, чтобы разобраться в ситуации, но ничего конкретного не пообещал. Все эти вопросы надо обсудить и решить, как выстроить систему. Чтобы вот и это оптимально должно совпадать с возможностями. Вот что мы должны обсуждать. По итогам общения никаких конкретных решений или ответов так и не было вынесено. Какова же будет судьба психиатрического стационара в Струнино? Ответ на этот вопрос жители так и не получили. По их мнению, если эффект от встречи и был, то минимальный. Но вместе с тем Зураб Кикилидзе отметил, что для постановки окончательного диагноза струнинской психиатрии необходимо провести большую работу и проанализировать необходимость существования струнинского стационара для лечения людей с психическими заболеваниями. После чего, отметил психиатр, региональным властям будут даны соответствующие рекомендации. Дело в том, что задача этих экспертов исследовать ситуацию в организации профильных направлений здравоохранения во Владимирской области и, в частности, непосредственно в городе Струнино Александровского района и в Александровском районе, дать заключение в Министерство здравоохранения Российской Федерации, и после этого будет принято уже решение об организации здравоохранения и оказании первичной медицинской помощи, медико-санитарной помощи в Струнино и в Александровском районе. Речь идет об одном, в первую очередь, что рассматривать Струнино отдельно, психиатрическое отделение, от психиатрической службы во Владимирской области, это неправильно. Нам поручено министром здравоохранения осмотреть, провести анализ, аудит. Вопрос о судьбе психиатрического стационара в Струнино остается открытым. А пока проводится диагностика, страсти по Струнино не затухают. Алексей Домнин, Егор Храпко, 6 канал.